В Димитровграде 14 школ. В 9 из них в прошлом году питание организовывало предприятие «Альтернатива». В остальных школах работали собственные столовые. Этим летом в городе принято положение о социальном питании, где прописано пошаговые действия, как организовывать питание для учащихся. Основываясь на этих документах, значит, школы объявили конкурс на выбор оператора школьного питания в каждом учреждении. Вышла только одна организация «Альтернатива», который будет являться у нас оператором школьного питания в наших школах. Получается, что теперь и в тех школах, которые работали собственной столовой, заниматься питанием тоже будет «Альтернатива». Это 2-я, 16-я, 19-я, 23-я школы и лицей номер 25. На протяжении последних 4 лет наше образовательное учреждение организовывало питание самостоятельно. Охват питания у нас был достаточно высокий, это процентов 70-80 ежемесячно. И вот с 1 сентября «Альтернатива» будет осуществлять питание в нашем образовательном учреждении. Надеемся, что мы найдем сотрудничество с этой новой формой организации питания. Контроль за организацией и качеством питания будут вести как руководство школы, управление образования, администрации города, так и сами родители учащихся. Татьяна Елисеева, Константин Белов. «Наше время».